Из левого предсердия кровь попадает в левый желудочек и затем в аорту. Оттуда кровь по артериям поступает ко всем органам человеческого тела. Самые крупные из них – две сонные артерии, питающие головной мозг, коронарные артерии, питающие сердце, подключичные артерии, снабжающие кровью верхние конечности, почечные артерии и подвздошные артерии, питающие нижние конечности. В органах и тканях артерии ветвятся вплоть до капилляров, в которых происходит газообмен. Из капилляров клетки получают кислород и питательные вещества, растворенные в крови. А в кровь, в свою очередь, поступают вредные продукты обмена и углекислый газ.